Ну что это был ВДВ, мужик? Так мы его назовем, и теперь бой двух мужиков. Не менее крепких. Давай поближе. Держи. Всех приветствую. Илья, город Иваново. Впервые в самом городе Санкт-Петербург. Утилизировался. Теперь топыриваем мизинчик, поправляем монокль. Вот. Канистру с водой унес. Которые лица обмывают. Ну ладно, давай дальше. Справимся. Заслужил канистру. Надеюсь, будет хороший бой, хорошее зрелище. Ребят, повторяемся. Дантист. Неплохо, звучит. Здесь дантисты нужны. Да, да. Все. Давай, удачи, дантист. Спасибо. Ну что, дантист против! Бандаж один. Кто? Всем привет, меня зовут Игорь, я в Питере преподаю тоже, как и вот. Все остальные. Да, получается. Больше слов не будет после боя. Какой прозвище какой-то скажи. Прозвище. Гром и молния будет. Гром и молния. Гром и молния? Дантист против грома и молнии, дамы и господа, давайте поаплодируем. Поехали посмотрим зрелищный бой. Парни на середину. Итак, правила есть, мы их обсуждали, а вы их должны помнить. Слушайте мои комментарии внимательно, уважайте друг друга, делитесь честно. Руки пожали! Огла! Время? Готов? Готов? Бой, поехали! Коль, поправь канат, пожалуйста. Бойцы кто-то подвалил еще, нет? Вот здесь, завтра. Выйди из угла. Прямой. Прямой. Ворота закрывай. Работай сам, работай. И руки, кулачки давай. Руки перед собой. Уйди с угла. Видишь, что такой натиск продолжаться не может, так что держи паузу. Молодец. Ногу вытащи. Дантист крепкий, малыш. Активи. Следующая пара, ребят, готовятся. Не отпускай его. Ты когда поднимут, не отпускай. Виталий Викторович. Прижми его к себе. Активи защита, стоп! На середину! На середину! Уверен, что каждый, кто вышел сегодня на этот ринг, получит то, что он хочет. А в этом поединке победа! Руки пожали! Очень хорошая подготовка. Какие-то профессиональные навыки, где тренируешься? Тренировался давно, мама сейчас уже больше качалочек пошла для красоты, для здоровья. Вас уже выступал третий раз, пока рекорд 3-0. Вот, попробуем, как Хабиб, 30-0, всякое такое. Договорились, мы ведем учет. Еще было бы там XCP, там, кстати, да, там ставочки, всякое такое, было бы приятно. Перейдем мы к этому. Это отлично. Спасибо противнику. Было хорошо, понравилось. Мы рады, что тебе понравилось. Поаплодируем победителю. Следующая пара будет очень интересна. Спасибо большое Стрелке за возможность выступить. И на самом деле и твой. Подготовка и твой. Была чисто функциональная. Спаррингов не было. Так что вот что вышло, то вышло. Всем спасибо. Спасибо, что пришел, что попробовал свои силы.